Друзья, всем привет! Выбрался я тут на рыбалочку, взял с собой палочку для микроджига, но на микроджиг ловить не буду, но сами поставлю туда поплавочек. Хочу прям так поэкспериментировать, вот, хочется рыбку хорошую половить, почувствовать все прелести вот этой палочки. Может, в улове будет плотвичка, окунёк, карасик, хочу больше карасика половить, почувствовать вот это сопротивление карася, вот его отпор. Взял прикормки, вот. Но закармливаться пока не буду, сначала так попробую. Из насадок есть червь, мотыль, опарыш, ну, бело-красный. Глубина там небольшая, ну, на речке на этой. То есть там, где я буду ловить, там примерно, ну, 50 сантиметров глубина. И водоворот такой. Вот туда поплавочек закину, и будет все тип-топ. Ну что, ребятки, вот моя маргаритка. Только сегодня с поплавком. Будем ловить вот на этом месте. Надеюсь, рыбка нас порадует. Сейчас чуть-чуть поменьше спуск сделаю. Таки первая поклевочка. Опа. И такой маленький окунек. Оп. Ну, это, конечно, не то, зачем я пришел. Но все же. Уже счет размочен. Прикормка у меня есть еще будет. Вот пшено я сварил. И еще там какая-то подея дунаевская, что ли. Фидерная какая-то прикормочка. Пока начал с червячка. Результат есть. Рыбка отпущена. Дальше видно будет. Ловлю прям под самым берегом. Видно, если поплавочек-то. Вот тут есть и карасик, окунёк, плотвичка. Все есть. И крупная рыбка есть. Вот мы ее будем ждать, зазывать. Опа. Убежала, не успел. Ой, убежал. Вот еще один. Где он тут? О, ребятки, смотрите, какой красавец. А? Вот он. Красавец. Ну, маленького мы, конечно, такого отпустим. Давай. Надо кофеечку глотнуть. Вот, мошки уже налетели. Всем приятного чаепития. Кому-то приятного ужина. Ой, не дает кофе попить. Опять поклевки. Ну, кто там будет? Хотелось бы карасика. Смотрим. Что он у нас там вытворяет? О, где зверские поклевки? Ой, ну пискарь. Ай да засранец. Где-то там. Рыбкой прям вошел. Да. Карасик что-то у нас не подходит. Три разных рыбы поймал, а его все нету. Может следующий будет карась. Ну вот еще один пискарямба. Бегай. Давай. Ушел. И уклейка уже подошла. Такая хорошенькая. Так, ребят, карасиков нет. Клюет всякая хрень мелкая.
типа уклейка, пескарики, даже окунь куда-то исчез. Наконец-то окушок. Заглотал, конечно, мама не горюй. Кушать тоже хочет. А ребятка, какая уклеечка. Прям к пиву. Ребятки, вот это вообще зачет. Прикиньте. Дам ему погулять, ладно, на маргаритку. Вон он вообще зачет. Сейчас попробую увеличить. Кайфушечки. Надо теперь как-то, короче, вытаскивать. Сейчас снимать неудобно. Вытащу. Включилось. Да, высовывать-то таких. Блин, скользко тут вообще. Стою еле-еле. Сейчас в лужу упаду. Блуд. Ладно. Такой красавец. Я на камеру снимаю, не на экшен, а на фоте. Вот он. Поплавочек. Все дела. Вот это вообще зачет. В общем, ребят, вот такая получилась рыбалочка. Конечно, не все хорошо, но свою рыбку поймал. Так что всем удачи, спасибо за просмотр и пока.